Хей, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби. В этот раз мы в DCS World на самолете М2007 Mirage. И в этом видео я расскажу вам, как данный самолет чувствует себя в онлайне. И летать я буду, как обычно, на сервере 104-го сквада. Ну а перед этим канал Madcom TV снова передает вам привет. И на этом канале будут рады всем, кто зайдет для просмотра онлайн-баталий в стратегии Wargame Red Dragon, матчей в PlayerUnknown Battlegrounds, а также соло-прохождений новинок игровой индустрии. Ссылка на канал Madcom TV в описании под этим видео. Ну а возвращаясь к Миражу, сразу стоит отметить то, что в плане летно-технических характеристик и в плане радиолокационной станции этот самолет вполне себе может конкурировать со своими противниками, ну, то есть самолетами Су-27 и F-15C. Но вот в плане вооружения на Мираже просто полный швах. То есть вооружение самолета М2007 Мираж уступает конкурентам как по качеству, так и по количеству. И это стоит учитывать. Вообще Мираж несет 4 ракеты. 2 ракеты с радиолокационным наведением и 2 ракеты с инфракрасным наведением для ближнего воздушного боя. Ракеты с радиолокационным наведением называются Супер 530D. Ну хорошо, хоть не Супер Нагибатор 9000. И несмотря на такое броское и громкое название, ракеты Супер 530D уступают ракетам R-27R и ракетам AIM-7M вообще по всем параметрам. То есть ракеты с радиолокационным наведением на Мираже, во-первых, медленнее, во-вторых, летают на меньшей дистанции, в-третьих, у них маневренность ниже, в-четвертых, с них захват легче сорвать, труба в общем. Ну и ракеты Magic 2 для ближнего воздушного боя на Мираже также уступают ракетам для ближнего воздушного боя у самолетов противников, так что это тоже стоит учитывать. Ну и кто-то, возможно, спросит меня: Бэмби, а как вообще на Мираже играть, если его вооружение значительно уступает вооружению самолетов, против которых он вынужден летать на этом серваке? Я вам скажу так, что нужно играть очень осторожно на этом самолете. Ну, то есть пользоваться рельефом местности и незаметно подбираться и производить атаку, когда противник этого совсем не ожидает. Контакт. Это у нас союзник. А это у нас не союзник. Отлично. Тогда союзника не трогаем, а не союзника поражаем. Да, в обязательном порядке на Мираже нужно проверять цели. Ну, то есть системой свой-чужой. Поскольку на Мираже запросто можно сбить союзника, если вы его не проверили. А проверить контакт системой свой-чужой можно, нажав ту же кнопку, которую вы включаете, управление носовым колесом. Ну так вот, возвращаясь к скрытности и незаметности, то все дело в том, что вот когда вы захватываете цель радаром Миража, то автоматически включается режим PID, который является, ну, аналогом режима Track While Scan на самолете F-15C. То есть, когда вы на Мираже захватываете цель, то цель не получает никакого предупреждения о захвате и частенько продолжает заниматься своими делами. И этим и нужно пользоваться. Ну, тем, что мы можем подобраться к цели незаметно на расстоянии пуска, а потом произвести уже пуск. Ну и при использовании ракет с радиолокационным наведением, когда мы зажимаем кнопку пуска, радар автоматически переходит из режима PID, то есть режима Track While Scan, в режим PIC, то есть режим сопровождения одиночной цели. И эта самая цель, стало быть, получает предупреждение о захвате и начинает по этому поводу предпринимать какие-то действия. Поэтому, если вы планируете производить атаку ракетами Super 530D, то вам нужно выжидать прям до последнего. Ну, то есть, когда вы произведете пуск, и у цели не будет времени, чтобы как-то среагировать и увернуться. В идеале вообще выжидать до дальности пуска по маневрирующей цели. Ну и думаю, не лишним будет упомянуть то, что если вот у нас цель уже находится в захвате радиолокационной станции, то есть работает режим PID, ну, Track While Scan, и мы второй раз нажимаем кнопку захвата,
то радиолокационная станция вручную переходит в режим PIC, то есть в режим сопровождения одиночной цели. И таким образом цель получает предупреждение о захвате. Поэтому подобным мы заниматься не хотим, поскольку пользоваться скрытностью и незаметно подбираться к неприятелю — это, пожалуй, единственный эффективный способ набивать фраги на этом самолете. Вот. Я сейчас подлетаю близко-близко и уже с малой дистанции открываю огонь, чтобы у противника не было возможности как-то среагировать. Готов. Блин, чувака лагает капец, конечно. Ну, на данном сервере это вполне себе нормальные явления, как я уже понял. То есть далеко не в первый раз подобное вижу. Так, тут я уже захожу на посадку. Не стал париться с выставлением систем TECON, систем ILS и прочих. Просто визуально зашел на полосу и все дела. В принципе, даже визуально посадка на Мираже каких-то особых трудностей не составляет. Хотя, конечно, нужно учитывать высокую подъемную силу данного самолета. То есть на выдерживании бывает такое, что самолет прям ни в какую не хочет касаться полосы. И нужно ему помогать в этом деле, скажем так, чтобы он не просвистел через всю полосу на выдерживании. Так, давайте выравнивание, минимал и выдерживание. Отлично, есть касание. Ну и все, вот вам и посадка. Как я сказал, ничего особо трудного. О, смотрите, контакт. Да еще и неприятель. Отлично. Давайте избавляемся от подвесного топливного бака. Блин, а почему обычной кнопки нет для его сброса? Также отключаю ограничитель перегрузки и начинаю охлаждение ракет Magic 2. Наверное, ими я сейчас и произведу атаку. Ну и раз такое дело, сразу стоит отметить то, что ракеты Magic 2 для ближнего воздушного боя можно пускать из режима Track While Scan данного радара, ну если точнее из режима PID. И это означает то, что если мы производим пуск ракет Magic 2 из режима PID, то противник вообще никаких предупреждений не получит, поскольку при пуске ракет Magic 2 радар так и останется в режиме PID, не перейдет в режим захвата. Если противник нас не заметил, то он и ничего и не поймет до того момента, пока ракета не попадет по нему. И также, если вы хотите наводить ракеты Magic 2 на цель, которая захвачена радаром, не забывайте нажимать кнопку Magic Slave Пуск. Отлично. Противник даже не понял, что это вообще было только что. Давайте сразу отходим. Ну, я думаю, в общем, вы поняли, как на данном самолете нужно играть. Нужно играть очень незаметно, подкрадываясь к противнику, производя быструю внезапную атаку и улетая от него куда подальше. Но поскольку обычный дальний воздушный бой на этом самолете будет изначально проигрышным вариантом, ввиду того, что ракеты с радиолокационным наведением противника значительно превосходят наши ракеты Super 530D, причем по всем параметрам, о чем я уже говорил в начале видео. Так что дуэльных ситуаций мы должны стараться избегать атакой противника незаметно. Благо, что радар Миража и режим PID, который является аналогом режима Track While Scan, нам в этом очень даже помогают. Так, меня сзади атакуют, но ничего страшного, ух, ё! Я чуть сам сейчас не убился, блин, горочку эту. Горочка так внезапно передо мной прям выпрыгнула. Так, за мной сейчас гонится напарник того чувака, которого я только что сбил. Ну, как я уже сказал, летно-технические характеристики у Миража очень даже неплохие, поэтому я не особо боюсь того, что он меня догонит. Вообще, по скоростным характеристикам у Земли, самолет М2000C равен самолету Су-27, насколько я помню. Ну и плюс у Миража очень даже неплохая маневренность. Хотя, конечно, стоит помнить о том, что у него крыло-то треугольное, и поэтому скорость данный самолет сливает быстрее на маневрах, чем Су-27 или F-15C. Ну и давайте немного маневренного боя для пущей эпичности. Я обнаружил контакт, захватываю его при помощи вертикального сканирования, нажимаю кнопку Magic Slave, чтобы навести ракету Magic на цель, и есть попадание минус один.
еще где-то его напарник летал. Мы с Тамарой ходим парой. Ну, что-то я его не наблюдаю. О, наблюдаю, смотри-ка. О, ну и давайте-то сразу его собьем, поскольку есть же у меня ракеты Супер 530D в наличии. Еще остались аж две штуки. Ну и плюс пушки на Мираже тоже не для красоты стоят. Вот я, кстати, работу пушек проверил, если что. Сначала я думал попробовать по противнику ракетами Супер 530D пальнуть. Но потом понял, что дистанция очень малая для ведения огня ракетами. И решил уже работать пушкой. Кстати, назначьте обязательно куда-нибудь кнопку быстрого выбора пушки. Это во-первых. А во-вторых, кнопку быстрого выбора ракет Magic 2. Поскольку что-то, что другое может вам понадобиться. И готов противник. Красиво так пушкой его разобрал прям. На фоне заката. И давайте отходим отсюда. Ну и да, на этом у меня на сегодня все. Надеюсь, данное видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания.